Сегодня члены республиканского общественного штаба кандидатов в президенты Касым-Жомарта Токаева встретились с жителями области Жетысу. Доверенные лица обсуждали с местными предпринимателями и аграриями меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также встретились с лидерами неправительственных и молодежных организаций. А вот Караката Абден провела встречу с избирателями в Актобе. Предвыборную встречу посетили жители города и женщины-предприниматели. Обсуждали тему сохранения национальных и нравственных ценностей народа, а также важную роль родного языка в воспитании детей. Жугули Дайрабаев сегодня посетил крестьянское хозяйство в Жетысуской области. Кандидат отметил, что предприятие активно использует современные технологии. Он считает, что сейчас растет беспокойство о состоянии водных ресурсов планеты. Кандидат Салтанат Турсунбекова считает, что каждый гражданин должен отстаивать собственные права на качественные товары и услуги. Сегодня она провела встречу в Алматы, где обсуждали сферы розничной торговли, общественного питания, общественного транспорта, КСК и торговли на рынках. Для Мейрама Кожикена Усть-Каменогорская ГЭС стала вторым пунктом посещения в городе. Там же кандидат ответил на вопросы сотрудников станции. В частности, его спросили, как он относится к передаче крупных объектов, таких как ГЭС, частным инвесторам. Нурлан Уизбаев посетил Алматы. В рамках поездки кандидат встретился с избирателями в школе-гимназии номер 176. Он говорил об инфляции и высоких ценах. В своей речи кандидат отметил большее развитие в Казахстане сферы образования и медицины.